Всем привет, дорогие зрители! Сегодня приготовим вместе тыквенный крем-суп. Он очень вкусный, нежный, ароматный и легок в приготовлении. Для этого нам понадобится тыква 700 грамм, лук 4 штуки, морковь 2 штуки, картофель 3 штуки и один плавленый сырок. Берем лук и нарезаем его кубиками. Ставим кастрюльку на огонь и добавляем в нее 2 столовые ложки топленого сливочного масла или растительного. В разогретое масло отправляем обжаривать лук. Предварительно очищенную тыкву нарезаем кубиками. Затем отправляем ее в кастрюлю с обжаренным луком. Перемешав ее с луком, тушим тыкву 5-7 минут. Затем вливаем воду, чтобы она покрыла на 2-3 сантиметра нашу тыкву. Ставим пол столовой ложки соли и любые приправки. У меня была паприка и прованские травы. Нарезаем картофель кубиками и отправляем ее в наш суп. Натираем морковь на крупную терку. Добавляем ее в кастрюлю к нашему будущему супу. Провариваем овощи до готовности около 20 минут. Когда картофель с тыквой мягкие, добавляем в суп один плавленый сырок. И на медленном огне варим еще 10 минут. Затем берем погружной блендер и взбиваем все овощи до однородной массы. Если хотите суп более гуще, слейте перед измельчением немного жидкости. Наш полезный, вкусный и ароматный суп готов! При подаче добавьте немного соленых сухариков и зелени. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Желаю всем добра и благополучия. Всем приятного аппетита!